Житель улицы Ереваняна жалуется на то, что уже как несколько дней на данной улице нет питьевой воды. И просит, чтобы решили этот вопрос. В то время, когда жители жаловались насчет воды, приехал и начальник водоснабжения Арзун Гураян и поговорил с жителями. Обещал, что по возможности решит эту проблему. Также нам рассказал, что проблема в том, что источник воды замерз, и поэтому недостаточно воды наполняется бассейн. После этого на данной улице вода будет распределяться по графику, сообщил начальник водоснабжения. Պարոն Գորոյանը խոստացավ ռեժիմով տալ ջուրը։ Հիմի տեսնենք, երազենք, տեսնենք իրականությունը, թե սխալ է։